отражение, скажем так, да, может меня посетить, ну, от какого-то неоправданного, может быть, хамства, от равнодушия, которое я могу наблюдать, от какой-то несправедливости. Если я вижу что-то, на что я никак не могу повлиять. И вот эти люди, которые, если что-то происходит, начинают снимать на телефон вместо того, чтобы помочь. Я реально недавно просто видела похожую ситуацию, и у меня немножко перевернуло что-то в голове, потому что я думала, что ну не до такой степени. Вот эта истерия по поводу, даже не по поводу того, что я не могу поесть, не сфотографировав там, да, что-то. А дело даже не в этом, а в том, что действительно такое какое-то замещение и непонятная история, которая происходит с ценностями у людей. И вот это вот глобальное равнодушие к рядом стоящему человеку. Мы все абсолютно в каких-то находимся коконах и считаем, что вот я классный, а все остальные какие-то не такие, недостаточно умные, ничего не понимают и так далее.